Всем привет, это видеообзор от канала FunnyBuyer. В этот раз у нас обзор блокнота с Китая. Заказывал я по договоренности с продавцом, он сделал мне скидку 50% на этот блокнот. Давно приглядывался к этому блокноту, в этот раз увидел, решил спросить, и мне предоставили такой вот товар. Пришел он мне достаточно давно, он у меня уже в машине лежал около 2 месяцев, так что решил сделать обзор. Блокнот такой добротный, сделанный из кожезаменителя, то есть внешняя штука, внешняя вот эта обложка из кожезаменителя. А вот здесь вот это изображение тиснение с, не помню, как эта штука называется. Главное, что здесь потемнее, что есть текстура определенная есть, она темнее, глубокая, и, соответственно, на ощупь даже ощущается. То есть все вот эти вот надписи и так далее, все это тиснение. Вот. Соответственно, также, что здесь интересного в этом блокноте. Это вот такая вот штучка, и можно закрывать блокнот, берете, оп, блокнот закрыт. Соответственно, если вам не нужно, чтобы он открывался, можно так ходить. Также здесь сбоку переплет, вот этот переплет, это все идет, вот этот шнурок, он сюда проходит, но это такой декоративный переплет, на самом деле внутри все держится на металлических скобах. То есть вот как он выглядит изнутри, здесь дополнительно, чтобы листочки не повреждались, дополнительная защита идет. И также здесь вот такая вот закладка. То есть можно использовать вот эту штучку как закладку, можно использовать вот эту штуку. Здесь еще один якорь есть, который можно использовать как закладку. Так он закрывается с помощью якоря, может закрывать этот блокнот. Оп, якорь закрывается. Крепление бумаги идет на вот таких скобах, как в таких больших-больших тетрадках школьных, достаточно сильный. Отстегнули, застегнули. Бумага такая, как крафтовая бумага называют, она не очень толстая, но достаточно жесткая, и на ней очень приятно писать. Весь вот такой блокнотик, интересный, качественный, за ту стоимость, за сколько он продается, это более чем хороший вариант, если учитывать, что у нас в городах они стоят намного дороже. Подписывайтесь, ставьте лайки, будут еще видео, интересные обзоры и так далее. Кому необходим такой блокнот, пишите, помогу с заказом. Если что, продается, сделаю скидку. Ссылка на товар, ссылка на мою группу ВКонтакте и ссылка на магазин у меня в подписи. Качество товаров у продавца достаточно хорошее, по коммуникации отзывается хорошо, так что всем советую, заказывайте, обсуждайте, говорите, что вы с моего канала, он сделает вам скидку. Спасибо за просмотр. Счастливо. Пока.